И благодарю Бога за то, что каждую неделю творит добрые дела среди нас. Наши новости, большой прогресс, да? Особенно музыка освежает нас. Сейчас давайте друг друга благословим. Когда благословим, скажем так, воскрес Иисус живет во мне. Да? Давайте друг друга. Теперь во мне это значит, в тебе тоже. Теперь еще раз. Будем человеком Святого Духа. Мы должны быть человеком Святого Духа. Знаете как? Я говорю, да. Воскрес Иисус живет во мне. Один человек, да, приветствует, да, отвечает, будем человеком Святого Духа. Это очень духовное, да? Давайте попробуем. Будем воскрес Иисус живет во мне. Господи, благодарю Тебя за то, что воскрес Иисус, живет во мне и пребывает здесь с нами. И всегда, где мы не были, и когда всегда с нами. И Ты делаешь нас инструментом Святого Духа. Сейчас, Господи, открой наши глаза, уши, чтобы мы услышали Твой голос, и мы искренне покаялись, и сам, каждый из нас, сам стал чистым сосудом Святого Духа. Аминь. И делай нашу церковь сосудом Святого Духа. Аминь. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема сегодняшнее слово «Апостоли, создавшие сосуд Святого Духа». И ключевой стих будет 14. Давайте вместе прочтем. Стих 14. Начнем. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и Израилем». Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. На прошлой неделе мы изучали Евангелие Вознесения. Что изучали? Евангелие Вознесения. Точно? Еще помним. Воскресение Иисуса подтверждает, что есть вечное Царство Небесное и вечный ад. Когда мы помним, когда мы думаем грядущий суд Бога, мы можем бояться грешить и жить по Слову. И Иисус, который вознесся на небо, Он Господь всего, который превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Аллилуйя. И этот Иисус является главой церкви. Аминь. Церковь, да, может находиться в подвальном помещении.
ну просто палате тоже. Но она выше всех на земле. Потому что история мира и жизни, смерти каждого человека зависят от Иисуса Христа. Аминь. То есть вечная жизнь, вечное царство и вечный ад, это зависит от Иисуса. И не только это, все вопросы моей жизни тоже зависят от Иисуса. Аминь. Все мои вопросы, мои проблемы, мои жизни тоже зависят от Иисуса Христа, Господа моего. Поэтому все наши проблемы решаются в церкви, где мы встречаем Иисуса Христа. В основном, когда решаются вопросы? В основном все решаются во время изучения Библии и во время молитвы. И во время богослужения. И во время богослужения все вопросы решаются на самом деле. И если вопросы не решаются на небе, то на земле, как бы ни стараемся, не решается. Благословляю вас, чтобы сейчас, во время богослужения, все наши проблемы, проблемы греха, проблема страха, проблема здоровья и неправильное отношение с людьми, даже финансовая проблема и проблема детей, все еще жизненные проблемы, все были решены. Аминь. 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 И сегодня мы будем изучать, как ученики создали сосуд Святого Духа после вознесения Иисуса. Давайте прочтем сначала 11 стих. Первая глава, 11 стих. Начнем. И сказал им, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, идет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Теперь ученики остались одни без Иисуса. Хотя они приняли повеление мировой миссии, то не знали, что делать. Что они сделали в первую очередь? Взгляните на стих 12-13. Давайте прочтем 12-13. Начнем. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, бросая животные плоти, и придя, зашли в горницу, где пребывали Петр, Яков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Яков, Матфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Якова. Во-первых, как мы читали, они повиновались слову Иисуса. Посмотрите на стих 4 и 5. Давайте послушаем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Иисус сказал им, повелел им, чтобы они не отлучились от Иерусалима. Иисус обещал, что они скоро получат крещение Святым Духом. Они по этому слову вернулись в Иерусалим с горы, называемой Елеон. И знаете ли, почему автор Люка перечислил имя каждого из 11 учеников? Это значит, что никто из них не
поступал по-своему. То есть никто из них не пошел по своему делу, и все собрались как одни. Раньше они не могли быть одним. Они были разные, и у каждого была своя амбиция и свой характер. Поэтому у них были постоянно конфликты. Но теперь воскрес Иисус стал хозяином их жизни. Они имеют самое драгоценное. Они уже получили самое драгоценное в мире. Это что? Вечное Царство Небесное. И все они приняли мировую миссию, данную им воскресшим Иисусом. После этого они стали одни. Все поставили свой план на второй месте. И собрались одним сердцем. Вот это произошло в первую очередь. Во-вторых, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Где пребывали? В молитве и молении. Собрались между собой, веселились, разговаривали и пошли в ресторан. Да? Где они пребывали в молитве и молении. Взгляните на стих 14. Прочтем. Начнем. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и Братьями Его. Еще раз послушаем. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, ее матерью Иисуса и с братьями Его. Аминь. Они собрались в горнице, где они пребывали раньше и часто изучали Слово с Иисусом. Там собрались 11 апостолов и их ученики и семья Иисуса. Их было около 120. Как вы думаете, о чем они молились? По повелению Иисуса они молились для мировой миссии. Они же приняли, но не знали сначала, что делать, как начинать. И они начали молиться. Их сердце, как сердце Иисуса Христа, горели мировой миссией. Они встретили воскресшего Иисуса. Они встретили, что Он есть Господь, Он Бог. В Нем есть спасение, вечная жизнь. Они поняли, что это Евангелие. Теперь они горели желанием распространять Его. Здесь пребывали в молении, в молитве и молении. Это значит, что они долго и усердно и всеми силами молились. Не просто так 30 секунд молились. Нет, это пребывали, это значит долго, усердно. То есть они положили свою жизнь в молитву. Наверное, они в молитве покаялись в своих прошлых грехах. Покаялись в том, что они соперничали, всегда соперничали, говоря, кто первый. Или покаялись в том, что спали в Гефсиманском саду, когда Иисус молился. И они покаялись в том, что все убегали, когда Иисус был распят на кресте. Каждый покаялись в своих мирских желаниях и покаялись со слезами в своей гордости и в своем неповиновении.
Они начали молиться одним сердцем, на коленях, как Иисус делал раньше. Пребывать в молитве и молении очень важно. Когда братья, да, братья, сестры единодушно молятся, создается сосуд святой. И в молитве все проблемы решаются. Когда не молятся, маленькая проблема даже не решается и накапливается. Когда молитесь на колени, да? В последнее время наши пастыри так любят молиться. Все на колени молятся единодушно. Все. Была такая проблема, уже нет проблем. Удивительный стих 15. Прочтем 15 стих. Начнем. И в те дни Петр встал посреди учеников и сказал. Петр в молитве вдруг понял, что надо решить проблему Юды. И Петр встал и всем объяснил. Перед всеми людьми он объяснил. Мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Юде, бывшем вожде, тех, которые взяли Иисуса. Он был причислен к нам и получил жребий служения от всего, но приобрел землю неправденную мздою, и когда не изринулся, рассеялась черва его. И выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля та, на отечественном их наречии, названа Акельдам, то есть земля крови. Давайте послушаем еще. Мужи, братья. Как Петр сказал, да? Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедной мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акельдама, то есть земля крови. Это, слушай, страшно, да? Вот в то время все жители Иерусалима уже слышали о трагедии Юды. И все разговаривали об этом. Его поражение было серьезной проблемой для учеников. Смотрите, его предательство, его самоубийство, его трагичный конец. Все члены все выпали и вот так умерли. И даже эта земля названа Акельдам. То есть поле крови. Это все сильно шокировало учеников. У них было много вопросов по этому поводу. Как только они думали об этом, сразу возникли разные сомнения в сердце. Все-таки в этом собрании есть проблема. Может, у Иисуса проблема? Нет, скорее всего, у Петра тоже проблема. Некоторые думали, ой, я виноват, что ли?
что я виноват в том, что я не знал его состояние. Либо, ну, Петр неправильно его слушал. А когда Петр слушал такую вещь, он сейчас лидер, да, он ничего не может делать. Все думали, кто виноват. И все сомнения. И проблема Юды была тьмой, которая разрушала сосуд Святого Духа. Если, да, у нас такие гуманистические мысли, то мы никогда не можем создать сосуд Святого Духа. Проблема Юды может быть в нас тоже. И она может быть любой церкви. В церкви Бог управляет всеми. Аллилуйя. Все, что происходит в церкви, это Святой Дух управляет. Если человек, если пастырь, да, и мы, если мы родились свыше, если мы родились человек верующий, который родился свыше, и Святой Дух пребывает с нами, и Святой Дух управляет все, всеми. Аминь? Но если, да, и однако церковь находится на земле, и в ней несовершенные люди. Сатана, используя это, часто работает через человеческие мысли, неверие и сомнения и так далее. Если кто-то имеет такое сомнение, если человеческими глазами смотрит, то собрание не может быть сосудом Святого Духа. Если, смотрите, человек неверия, да? У него духовные глаза нет, слепой. Человек неверия смотрит на все, как дела человека. Он не видит работу Святого Духа. Все, что происходит в церкви, да, он смотрит, как дело человека. Тогда сосуд Святого Духа не может быть. Здесь мы должны знать одно. Разрушить сосуд Святого Духа — большой грех. Это очень большой грех. Не только убийство — грех, а разрушить сосуд Святого Духа — это грех. Поэтому каждый из нас должен молиться, чтобы я не был разрушителем сосуда Святого Духа. Аллилуйя. Молитесь, Господи, чтобы я не был разрушителем сосуда Святого Духа. Господи, сделай меня инструментом Святого Духа. Тогда будет хорошо. В первую очередь для этого, мои мысли должны быть евангелизированы. Что должны евангелизировать? Мысли. Убрать мышление. И глаза, и мысли должны евангелизировать. Это я точно вижу работу Святого Духа и мир Бога. Я сейчас живу. Во мне живет Христос. То есть во мне Царство Бога. Но это мы не можем сделать своими силами так же. Опять,
Как я могу евангелизировать мысли свои? С вами силами нельзя. Кричит — не получает. Плакать — не получает. Умереть — даже не получает. Даже если умерешь — не получает. Это происходит, когда через покаяние живет во мне Христос. Давайте. Еще раз благословлю. Живет в вас Христос. Тогда, как Петр решил эту проблему? Во-первых, Петр объяснил, что это проблема греха самого Юды. Сначала он четко так объяснил, что это проблема греха, это результат проблемы греха самого Юды, и это результат его непокаяния. То есть это не кто-то виноват и так далее, это его результат его греха, его непокаяния. Иисус, он объясняет, Иисус по великой милости избрал Юду и даровал ему благодать следовать за Иисусом. Это очень большая любовь. Аминь. И он был запричислен к 12 апостолам и получил зрение, служение. То есть он получил даже должность. Но он получил такую неземную любовь, любил мир больше, чем Бог. Он любил мир этого мира больше, чем Иисус. И тем более он получил хлеб любви. Иисус, да? Он получил хлеб любви от самого Иисуса, от Луки Иисуса. Когда? В последний вечер. Иисус, любя его, и дал ему его, и сказал, даже сказал, Иисус дал ему шанс, любовь. Но он не покаялся. Он сам пошел в тюрьму. Он из-за своего греха и упорства стал добычей сатаны. Он сам выбрал свой путь. Прочтем стих 25, написано там. Давайте послушаем. Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. Он сам пошел в свое пути. И Петр четко объяснил, что это его проблема. Во-вторых, он объяснил, что это исполнение пророчества. В Псалме 68:26 написано об Юде, бывшем вождем тех, которые взяли Иисуса. Жилище же их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. И Псалом 108:8 говорит так: да будет дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Петр четко решил проблему Юды через слово Бога и поставил точку. Он убрал всякое сомнение и неверие и гуманизм от сердец апостола. И он вся тьма, все элементы тьмы убрал от собрания, из собрания. И потом они получили Матфея
вместо Юды. И он вошел в число 12 апостолов. Таким образом, апостолы приготовили сосуду Святого Духа. То есть внешне, да, исполнилось совершенное число 12. И внешне, внутри у каждого человека была приготовлена чистая душа. Какая душа? Чистая. Аминь. И чистая совесть. И может еще сокрушенное сердце. Каждый покаялся в своих прошлых грехах. В этом процессе, да, за это время, каждый покаялся в своих прошлых грехах и получил прощение грехов, и друг друга простили. И с такой чистой душой они стали одним сосудом любви. Аллилуйя. Сейчас у апостолов много работ для всемирной миссии. Представьте себе, сколько у них работ. Сейчас они много должны делать. Какое-то должны приготовить место, где собираться. Но тогда подумай, почему апостолы потратили так много времени и сил для создания сосуда Святого Духа, чтобы собрание было чисто. Именно для этого они потратили много времени и сил. И почему они так делают? И почему мы должны создать сосуд Святого Духа? Почему мы должны создать чистый сосуд Святого Духа? Это обязательно или нет? Некоторые говорят, зачем сосуд Святого Духа? Вы что? Зачем так много собраний? Не надо. Я могу служить Богу сам. Я могу держать много сам. Я такой способный, что я могу. Много собирать, много шума, хуже, не надо. Очень плохо, когда я сам спокойно все могу делать. Как вы думаете? Это он не знает, что такое дело Евангелия. Дело Евангелия – это не то, что человек совершает своими силами, умом и знанием, усердием. Это работа Святого Духа. Это работа Святого Духа. Громко начнем. Это работа Святого Духа. Еще раз начнем. Это работа Святого Духа. Начнем. Это работа Святого Духа. Конечно, это работа Святого Духа. Мы должны знать вот точно вот это. Если даже человек учит людей Слово Бога 30 лет, если Святой Дух не откроет Слово, вся его работа бесполезна. Все бесполезно. Человек ничего не может делать. Один герой не может строить церкви Бога. Один герой может собрать много людей, может организовать кружок. Но церковь он не может делать. Потому что церковь это
всегда то иду делать. Воскрес Иисусу. Аллилуйя. Святой Дух должен работать. Это Святой Дух хозяин. Это все работа Святого Духа. Аллилуйя. Тогда в чем наше дело? Все, что мы будем делать, это создать сосуд Святого Духа. Аминь. Точно, аминь. Аминь. Это все наши дела. Все, что я могу делать, это быть инструментом Святого Духа и создать сосуд Святого Духа. Чтобы Святой Дух мог творить великую историю. Мы должны делать это с радостью, смирением и с повиновением. Только повиновение. Второй главе от Иоанна Иисус должен был творить новую историю, великую историю. Но не было обстановка. Вот духовная обстановка, вот это сосуд Святого Духа. Поэтому Матерь Иисус так убедительно просит, что Он говорит, то и делайте. То, что повиновением она приготовила сосуд Святого. Тогда Иисус творил первое чудо. Превратил воду в вино. Благословляю, чтобы у нас было такое чудо каждый день. Аминь. Аминь. Что создать сосуд Святого Духа, да? Чистое собрание, создать сосуд любви, нам кажется, что это маленькое дело, но это истинно великое дело. На самом деле все, что делали апостолы, то вот это дело. Здесь мы видим, что сначала каждый, да, если мы так, мы уже можем понимать, что сначала каждый апостол стал чистым сосудом Святого Духа. И потом сообщество стало крепким сосудом Святого Духа. Аминь. Поэтому, если мы хотим создать сосуд Святого Духа, в первую очередь я должен быть чистым сосудом через покаяние. Аллилуйя. Я, именно я, пастор, я должен быть чистым сосудом Святого Духа через покаяние. Это в первую очередь. Если я скрываю грехи и грязи, да, я люблю мирские удовольствия и делаю двойную жизнь, и скрываю все, и скрываю серьезные грязи, грехи в сердце, и формально молюсь, то Святой Дух огорчается и уходит. Кто-то уходит? Наши скрытые грехи, да? Огорчай Святого Духа. Что делаем? Святой Дух. Оскорбляй Святой Дух. Огорчай. Когда человек скрывает свою грязь и ходит по церкви, Святой Дух стонет о нем, и души других сотрудников тоже. Мы слышим стон Святого Духа. Человек,
его, да? Это страшное дело. И святой дух чистый, буквально он святой, святой. Он не может терпеть грех, поэтому он просто со скорби уходит. И он стонает, стонет, стонет. И еще мы должны знать кое-что, чтобы созидать святого, сосуд святого. Нам не надо учить других для того, чтобы созидать сосуд святого духа. Сосуд святого духа создается не нашими словами. Я учу всех других и создать святого духа нет. Нашими словами не создается сосуд святого. Он создается искренним покаянием и молитвой. Это происходит в тишине. Для того, чтобы создать сосуд святого духа, не надо кричать. Не надо кричать много, не надо бегать, кричать, не надо. Тишине, молитве, покаяние. Она сожрет. Он сожрет. Аллилуйя. И есть одна вещь, которая препятствует созданию сосуда Святого Духа. Знаете, есть обида, раны и камень преткновения. Да? У сердца сотрудника. Да, это мешает. В этом нам все мы должны знать одно. То есть все братья, сестры, сотрудники, да, должны смотреть на себя и на него, на этого человека, который болеет сейчас, обидой, да, не надо на себя смотреть. И понимать его. Время. Обычно мы и некоторые из нас, если один человек болеет, да, обида, рана, ну есть, ну что делать, есть. У него мало веры или, ну, как, короче, есть здесь, уже есть. Ничего не делаешь, не поделаешь. Но на него смотрит пальцем и обвиняет, критикует, не надо. Все должны, каждый должен смотреть на себя. И с пониманием, с милостью служить. И каждый должен смотреть на себя, чтобы он не тот. Он сам не попал. Тоже. Если кто попал, надо его понимать. Лечь. И сам он, кто имеет рану или камень преткновения, да, преткновения в сердце, тот он легко может бороться с человеком, бороться с людьми. Это наша грешная природа. Однако человеческий конфликт никогда не решает проблему. Наоборот, усугубляет ее. Поэтому тот должен провести духовную борьбу перед Богом. Какую борьбу?
духовную борьбу перед Богом. То есть он должен прийти к Богу, не людям, не пастыри. Пастыри тоже ничего, он никто. Если у меня есть обиды, раны, и там ненависть, и что-то есть, или неправильное понимание, и все, уже я не могу нормально иметь нормальное отношение. Тогда это меня мучает. Да? Из-за этого я не могу расти. Это может длиться 10, 12, 15, 20 лет. Не надо делать человеческий конфликт. Человеческий конфликт бесполезен. В конце концов, он пытается поменять все, не только себя. Кроме себя всех надо поменять. Украина должна измениться. Наша церковь должна измениться. Все должно измениться. А я не знаю, измениться. Это называется человеческий конфликт и духовная борьба. Человек Бога, да, всегда любит духовную борьбу. Не человеческий конфликт. Это бесполезно. То есть прийти к Богу и видеть свою проблему. Свою проблему. И покаяться в своих грехах перед Богом. Все, уже решено. Аллилуйя. И должны тогда, и таким образом он должен получить решение в Боге. В небе. Аллилуйя. Тогда все мои проблемы, раны, обиды, это все решается и на земле. Аллилуйя. Тогда я становлюсь чистым сосудом Святого Духа. Это не для других, это для себя. Не думайте, что создать сосуд Святого Духа. Нет, это вопрос спасения и вечный суд. Понимаете? Это серьезный вопрос. Если я продолжаю конфликты с людьми, я выигрываю, все равно я не получаю спасения. Духовная борьба нам нужна для себя, для спасения своей души. Другого пути нет. Если проблемы не решаются на земле, а на небе, на земле также не решаются. Иисус вознесся на небо, Он открыл небо для нас. Он открыл церковь. В церкви все можно решить в отношении с Иисусом. Особенно во время богослужения, во время изучения Библии и во время у нас Сугама. Во время Писания Сугама все решает. Я благословляю вас, чтобы все проблемы были решены в Иисусе Христе. Я молюсь, чтобы каждый из нас был человеком Святого Духа через покаяние. Покаяние – это действие моего интеллекта и эмоций и моей воли. Три. Все это действие. Это и есть покаяние. То есть я своим умом, интеллектом точно видит свой грех. Я знаю, я познал уже свои грехи. Первые условия, я должен знать через Слово Бога, перед зеркалом Слово Бога, в зеркало, я вижу,
О, Господи, какой я грязный человек! Какой я грешник достойный смерти! Как я люблю, до сих пор любил мирские удовольствия по-своему. Я жил ради себя, хозяин моей жизни был я. Вот это все я должен знать. Второй этап. Моя эмоция. То есть, я до сих пор любил это, но сейчас я плачу о моих грехах. Я ненавижу эти грехи. Вот это изменение эмоций. Человек любит грех, потом, как после того, как он все видел, есть свои, он видит свои гибели, он понял, что его место вечный ад. Больше не мог любить. Отвратительно грех. Вот это изменение эмоций. Это да что? Третье. Боли. То есть я своей волей делаю разворот направления. Я до сих пор жил эгоцентрично для себя. Теперь, Господи, это слишком неправильно. Сейчас я по-другому. Я ради славы Бога сейчас. Теперь я твой. Я принадлежу Иисусу Христу. Вот это воля своя. Аллилуйя. Аминь. Только через такое покаяние я становлюсь инструментом Святого Духа. Чем становлюсь? Еще раз громко. Инструментом Святого Духа. Тогда я могу создать сосуд Святого Духа. Я молюсь, чтобы наша церковь была сосудом Святого Духа. Аминь. В заключение. Первая глава Деяния Святых Апостолов. Первая глава, да? Заканчивается, закрывается тем, что апостолы создали сосуды Святого Духа. Вот так вот закрывается. Даже с 12 стиха по 26. Большинство, 60% этой главы, это выделяет то, что они создали сосуд Святого. Это столько важно. И заканчивается первая глава. И вторая глава уже начинается новая история. Это самое большое дело, которое совершили апостолы в рождении первой христианской церкви и в истории спасения всего человечества. Благословляю, чтобы каждый из нас имел веру апостола и стали инструментом Святого Духа. Аминь. Помолимся, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты делаешь каждого из нас чистым сосудом Святого Духа. Аминь. Господи, и за свое упорство, грехи, Господи, и непокаяние не мог. Я не мог быть чистым сосудом Святого Духа. Теперь мы колени, Господи, перед Тобой. Ты очисти все мои грехи, Господи. И дай каждому из нас Дух покаяния. Чтобы мы исповедали все грехи нашему Господу, который все принимает, все прощает.
И каждый через покаяние стал чистым сосудом Святого Духа. И так что наша церковь была крепким сосудом Святого Духа. И чтобы кто бы раз сюда вошел, он получил горячую любовь и увидел воскресшего Иисуса. Встретил Господа и получил спасение. Господи, пошли нам много новых агнцев, но перед этим делай каждого из нас сосудом Святого Духа. Аминь. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.